Всем привет еще, ребята. Всем-всем привет. Вчера на ТНТ стартануло шоу, которое называется «Стань стримером на ТНТ». Правила там очень простые. Как во многих шоу, отправляются куча заявок. Из этих заявок выбираются лучшие заявочки. Ну и потом в эфире самого стрим-шоу там жюри, которое выбирает тех, кто проходит дальше. Ну и там дальше по этапам выполняют какие-то задания, что-то делают, что-то с ними происходит, там какая-то движуха с ними, вот. И они либо проходят дальше, либо не проходят. В общем, в результате этого всего должен остаться только один человек. Тот человек, которого жюри выберет стримером ТНТ, который будет, я так понимаю, на их канале ТНТ онлайн на Твиче стримить, для них снимать какой-то контент. Ну, в общем, что точно будет, никто не знает, ну и я тоже. Вот, были там какие-то правила, условия, вот одно из условий, надо было туда отправить видеозаявку. Ну и мой модератор, которого вы все знаете, Профан Петросян, можно сказать, силой меня заставил, потому что он хочет, чтобы к нам в Gold Challenge гостем пришла Ольга Бузова, он прямо об этом очень сильно мечтает. Вот, ну и что, я взял, в общем, отправил туда эту заявку, ну, подумал так, ну, не покусают же меня за это, правильно, вот, отправил ее туда, ну, вот, все, что из этого получилось, вы увидите дальше. Вот, в общем, результатом я, можно сказать, доволен. Ну, и этого я, собственно, не ожидал, я думал, мою заявку даже никто не увидит, и ее даже не покажут. Там, ну, вы представляете, из более чем 800 заявок отбирали 40 и выбрали мою тоже, представляете? Вот. В общем, вот такие дела. Что из этого всего получилось, вы увидите. Ну и будем ждать продолжения. Будем ждать продолжения этого шоу, ну и чем все закончится. Само шоу у них получилось такое веселенькое, там эти видюшки прикольные, там, ну, есть на что посмотреть, ну, поржать, конечно же, вот. Жюри у них там, живчики такие сидят, тоже забавные, прикольные чуваки. Ну, а ведущая, она у них там вообще няшка. Если кому-то из вас это дело интересно, вы можете посмотреть полную запись этой передачи по ссылочке в описании. Правда, запись на Твиче, не на Ютубе, но посмотреть ее там тоже можно, качество хорошее. Вот, смотрите. Всем потом уже приветище! Меня зовут Василий, я 1978 года рождения. О. Живу в городе Нижнем Новгороде. В 2008 году попал в аварию и в нескольких местах сломал позвоночник, поэтому теперь я постоянно нахожусь в горизонтальном положении. Поскольку в моем положении работу найти нереально, решил начать, точнее попробовать стримить. Стримлю я в основном на Ютубе, на Твиче мало. У меня не самый презентабельный вид, и у меня не лучшее оборудование для стримов, у меня много слов-паразитов. Я не ругаюсь матом ни в жизни, ни на стримах. Ну, хороший. У меня есть свое авторское стрим-шоу, которое существует уже 5 лет. Я всегда стараюсь уважительно относиться к своим зрителям. Если я обладаю информацией, у меня всегда есть свое мнение, и я готов его отстаивать. Стараюсь максимально объективно подходить к любому вопросу и не ругаю разработчиков ради какого-то хайпа. Что из этого плюсы, что минусы. Картошка опять мало. Арту не понерфила. Да ну какого позитива. Это имба. Потому что если ничего не делать, то ничего и не будет. А так, может быть, кто-нибудь меня заметит. Может быть, кого-нибудь я заинтересую. Может быть, предложат какую-нибудь работу. Я готов и рад буду любому сотрудничать. Ты красавчик. Вроде бы все сказал. Ссылочки присутствуют. Подписочки и лайки приветствуются. Всем счастливо. Да он же солнышко, смотрите, какой он солнечный чувак вообще. Не знаю, я прям, короче, что угодно можете говорить. И дело вообще не в том, что он начал. Ну, он правильно, он должен был сказать, почему он лежит.
Вот, и дело вовсе, ну, то есть моя зеленая змея не потому, что парень в таком положении, а потому, что он открытый, солнечный, несмотря на то, что он сказал про свои слова паразиты, ни одного я не заметил, в отличие от предыдущих ораторов. Вот, правда, я не очень понимаю, что он будет комментировать и что он будет стримить, но у него все в порядке с подачей. Не знаю, я бы дал ему шанс. Я вот смотрю на него с точки зрения работы на ТНТ. То есть в данном случае нужно будет... переезжать. Что? А откуда ты знаешь, что он не может, тебе не сказал, что я не мобильный? Ну, переедет. Лежать можно и в Москве. Браза, я знаю одного такого чувака, который лежит уже кучу времени. Так что, не знаю, по-моему. Да блин, вы чё? Да он солнечный, я вообще буду топить за него. Ребят, даем шанс или нет? С меня зеленая карточка за силу воли, и как? Такие люди, они... Ну, он позитивщик, вот. Хочется жить на него. Ты потом думаешь, вспоминаешь себя, когда тебе там не хочется, не знаю, выходить на работу или стримить. Ой, надоело. Вот, а человек работает. Короче, заряжает, я вам честно скажу, энергию. Что мне хочется его поддержать не потому, что он в таком положении, а потому что чувак... Я смотрю на него очень... как на стримера. Да. Ну, то есть мне было интересно его слушать. Вы сейчас очень много слушать. Акцентируете внимание на его несчастье, по факту. Нет, да? Я не акцентирую внимание на несчастье. Кто? Несчастные люди есть. Кто тебе вообще сказал, что он несчастлив? Чувак улыбался. Ладно. Всю дорогу. Посмотрим. Все, Браза, мы за тебя. Итак, у нас три «да», ну а наши модераторы сейчас скинут ссылку на его канал, поэтому подписывайтесь. Идем дальше? Да. Идем дальше. Топит она, конечно. Вот, спасибо. Приветище. Вот, здорово. Так, стоп, мы тут взяли Василий, или нет? Нет. 1978 года рождения. Живу в городе Нижнем Новгороде. В 2008 году попал в аварию и в нескольких местах сломал позвоночник, поэтому теперь я постоянно нахожусь в горизонтальном положении. Пришли к мнению? Слушайте, да, я думаю, что надо реально. Надо нам стопорнуть и сказать, что это же классный парень, на самом деле. Мы все на этом сошлись, да? Да. Вот, и нам ребята подсказали, что ТНТ свяжется с парнем и что-то как-то что-то с ним придумает. Какую-нибудь коллаборацию. Что-нибудь замутит интересное, да. И старина вниманием не будет обделен. И поэтому у нас есть возможность сказать ему, что мы с тобой свяжемся, и смотреть дальше, и у нас останутся еще два места. И мы как бы вроде и парня. Типа, интересные факты. Не сливаем. Всегда может найти плюсы в любой практически самой безысходной ситуации и всегда живет на позитиве, да, призывая это к этому это всех видно. Людей. Это видно, да, потому что он занимается позитиве. Подобным, и никаких ограничений на самом-то деле и нет. Да. На стриме Твича. Поэтому не даем никаких оценок, а просто переходим к следующему видео. Подписывайся на канал, подписывайся на группу ВКонтакте и будь всегда с нами. Спасибо, мужики. Да. Был кайфово. Да вообще было классно. Так это не конечное. Ты чё? Спасибо вам, очень круто. Да. Мне очень нравится, что вы остались друзьями, что нет между вами каких-то теорок. Погоди, там еще дальше все впереди.